Всем привет, всем доброе утро. Знаю, я обещала снимать влоги каждый день, но что-то пошло не так, и что-то идет не так, как вы заметили. Буду исправляться, хочу начать снимать чаще. Я каждый день думаю, так, все, сегодня снимаю влог. Потом вся в занятиях, в работе, и не до этого. Но, видите, как я исправляюсь. Беру в руки телефон, начинаю снимать. Просто очень тяжело снимать и на YouTube, и в Instagram, но надо взять себя просто в руки и начать. Сегодня мы едем обратно в деревню. Кто-то пришел, сейчас приду. Не помню, что я говорила, но мы сегодня уже с Федей едем в деревню. Поедем через Гатчину, потому что мне нужно заехать в детский мир и забрать заказ. Вот. Там сейчас очень классные скидки. На вторые подгузники скидка 20%. Я уже заказала. Хочу забрать ему планшет Fisher Price. Классный такой. У него скидка 50%. Вообще он стоил около 2000, а сейчас он стоит 1000. Ну, это же не лимонад цены. Вот. Еще хочу посмотреть здесь на нашем районе косметолога, на следующую неделю записаться на консультацию. И что я хотела еще на той неделе? Вроде бы все. Мне нужно привести более-менее детский сад в порядок к маминому приезду. В кладовках убраться, игрушки перебрать, вот такое. Ну, вот такие планы. Нам еще любезно отдали целый пакет вещей. Поэтому тоже забираем. Повезем в деревню. Стирать, перебирать. Сейчас мы с Федей сходим за кофе. За хлебушком для деток. И чуть-чуть погуляем на площадке. С детьми или нет, я не знаю, но надо. Федя давно не ходил. Пришли мы тут на местную площадку. Вставай. Сейчас чуть добраться. Кстати, я вам не рассказала, но вчера Федя сам пошел. Я вставлю кусочки. И я думала, что это разовая акция, но сейчас на площадке он снова пошел. И еще я вчера купила ему ботинки реймовские. Ездила в аутлет. Там и старая коллекция в аутлет, и новая. Новая коллекция стоит 5500. Я немножко была в шоке от таких цен. Старая коллекция 1600. Думаю, Федя будет не против, если он походит в прошлогодней коллекции, прошлогоднего дизайна. Я еще выбирала между вот синими, которые у нас сейчас, и бежевым. В итоге взяла синий, бежевый непрактичный, и ну, смотрится очень красиво. Вот. Поэтому разница колоссальная в цене. Еще взяла ему перчатки, краги. Зимние. 1000 рублей. А новая коллекция тоже там. Что 2,5? 1,5? Вот. И он сейчас пошел в этих ботиночках. Вчера он ходил босиком в носках. Просто мы еще ездили к ортопеду. И я купила 2 пары стелек. Одни косолапки, чтобы ходить в здании. В них больше времени, чисто теоретически, он должен находиться. И одни такие спортивные, там, супинатор, все дела. Вот, я думаю, может быть, отчасти это и из-за стелек, из-за того, что ему стало, как бы, нагрузка правильно распределяться, и он пошел. Буду надеяться на это. Плюс, он приходит в детский сад, может быть, он смотрит на других деток и, ну, видит, что они ходят, тоже пошел. В общем, радости нет предела у матери.
Мы уже пришли на другую площадку во дворе нашего сада. Вот в этом доме на детский сад. Сейчас пойдем обедать. И сегодня я уезжаю в деревню, как я и говорила. Все? Мы уже приехали в деревню, заехали в торговый центр, немножечко я пошопилась, сейчас покажу вам свои покупки. Вот, а мы покушали с папой, Федя что-то не стал есть, сейчас Брайт сидит. Скоро будем ужинать, я думаю, Федю пораньше сегодня уложить, потому что он неудачно перелег в торговом центре, и получается он поспал всего лишь 40 минут, а должен... 3-4 часа. Ну, точнее, 2-3 часа. Так, давайте покажу, что купила. Вот такой альбом. Все ценные моменты. Очень красиво. Хочу заполнить его. Потом Феде передать. Или сразу про всех детей. Пока отложить его. Для розыгрыша в Инстаграме. Кстати, подписывайтесь. Ссылка в описании. Вот эту книжку буду разыгрывать. Животные. Химический песок с фломастером. Вот эта книжка «Транспорт для Федора». Давай покажи внутри. Давай посмотрим. Корабль плывет. Пожарная машина делает иу-иу. Где трактор? Трактор красный, да? Такую книжку. Потом это Ростометр пазлы. Я хочу вот на эту стену сделать. Посередине, наверное. Не очень большой. Сейчас вам покажу масштаб одной пазлки. Вот моя рука. Когда я моих руки, в общем. Попробую собрать и потом скотчем наклеить. Тут есть специальные вот эти вот штучки. Двусторонний скотч. Я сначала попробую на обои приклеить. Если не сильно травмирую, то буду клеить на него. Потом вот такой Fisher Price планшет. Тут есть три разных режима, можно громкость менять. Вот это какой-то турецкий, это даже не английский. Вот он не работает, но Феде очень хотелось в него играть. Это заказывал в детском мире всего лишь 1000 рублей. Скидка 50% на него. Потом вот такие пазлы, это я фамилии брала. Тут с животными. Я видео записываю для YouTube. Вот есть лес, а есть домашние животные. Это я себе взяла пазлы. Разбирала пазлы, так понравилось собирать. Вот хочу попробовать собрать. И где-нибудь можно повесить картину. Так. А, еще. В детском мире вот такой фотоаппарат. Можно взять. Вот так, наверное. Тоже прикольно, со скидкой 50%. И еще вот такая книжка, почему я завидую, тоже в детском мире брала. Тут две истории. Вообще их целая серия про эмоции. Хочу потом потихонечку снизить, вот цена. Учить проживать эмоции.